На Деволановском спуске коммунальщики принялись разбирать завалы обрушения недельной давности. Там неделю назад обрушилась стена заброшенного здания. С места события мой коллега Юлиан Аксенов. Девалановские зачищают с самого утра на месте, где неделю назад произошло обрушение. Теперь шумит экскаватор. Железный демонтажник разбирает завалы и снимает потенциально опасные конструкции, которые могут рухнуть вниз. Задача же полностью демонтировать заброшенные здания не стоит. Судя по всему, помехой снова выступила частная собственность. Именно из-за нее, по словам чиновников, город не может навести порядок на Девалановском спуске уже несколько лет. Юристы уточняют, что здание мэрии не принадлежат, они в частных руках, и владелец просто наплевал на состояние своего имущества. Обязать его как-то исправить положение, содержать его в надлежащем виде у города полномочий нет. Как видите, итогом этого является весьма красноречивая картинка на ваших экранах. По данным горсовета, у обрушившегося здания два владельца – 1400 и 2300 квадратных метров в распоряжении соответственно. Причиной разрушения чиновники называют халатное отношение владельцев, потому муниципалитет намерен здание забрать.